Ну а сейчас на прямой связи со студией из Крыма депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Леонид Пилунский. Леонид Петрович, здравствуйте. Нам хотелось получить бы ваши комментарии. И расскажите, какая сейчас обстановка в Крыму. Добрый день. Я хотел бы, может быть, какой-то уточняющий вопрос, чтобы вы хотели узнать, что происходит в Крыму или вообще в Украине. Конечно. Давайте начнем с того, что происходит в Крыму, раз вы находитесь непосредственно там. В Крыму совершенно все спокойно. Кроме того, что власти, которые у нас такое впечатление, что они наворовали столько, что они просто боятся изменения этой власти. И то, что партии регионов в Крыму находятся у власти 12 лет безраздельно. Поэтому есть что терять. Поэтому только сама власть нагнетает обстановку в Крыму. Больше ничего не происходит. Они устраивают сами митинги, они подгоняют так называемых титушек-гопников, которые там устраивают какие-то митинги, провокации. Вчера была попытка изменения Конституции, хотя крымский парламент абсолютно не имеет права на такие изменения. И они не представляют всех жителей Крыма. То есть это Конституции, которые никто не читал, никто не видел, но они этим размахивают. Таким образом, обстановка очень спокойна. Население практически во всем этом не принимает участия. А майдановские структуры, которые поддерживающие Майдан, они настолько малочисленные и совершенно безопасные, что, в общем-то, говорить о том, что они могут кому-то представлять какую-то угрозу, просто даже смешно. Ну, максимально, что обычно там собиралось, это 50, 100, 200 человек максимум, которые тихо, мирно там... Я благодарю нашего гостя и напомню, что на прямой связи по телефону из Крыма был депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Леонид Пилунский. Я прошу наших зрителей прощения. Дело в том, что мы не всегда имеем возможность иметь хорошую, достаточно качественную связь для прямого эфира. Но...